Приветствую вас, друзья, у себя на канале. Сегодня у нас день недели вторник, 24 октября. Выхожу намного пораньше, 10 минут 8. Вот, 10 минут 8, это намного раньше. По пробегу у нас 32 350 километров. Ровно 350, 32 350 километров. Вот. Естественно, кто не знает, напомню, меня зовут Виталий, работаю в Санкт-Петербургу в тарифе эконом, катаю Яндекс. Вот. А все, что это сказал, это для того, чтобы в конце видео подвести итоги нашей сегодняшней смены. Ставлю, как обычно, проводничок в Пулково. Вот. Попробуем выхватить заказ в сторону Пулково и начнем вот смену таким макаром. Что же мне еще добавить-то? Кто кушает, вам приятного аппетита, хорошего просмотра, а я жду первого заказа. По проводничку в Пулково прилетел этот заказ с коэффициентом 1.73. 32 минуты понадобилось, хотя он писал 40 минут. 827 перевели 830. 3 рублика на чай, это уже большой. Большой плюс. И по проводнику остается 2 минуты. Да, это не серьезно, конечно. Но я думаю, стоит, наверное, заехать все-таки. Ну, посмотрим, стоит ли заехать в Пулково или нет. Сейчас мы посмотрим. Заскочил я в Пулково по проводничку. Взял заказ. Я не знал, куда этот заказ. По зеленке 17 минут понадобилось. И 526 рублей. Но я в шушарах. В шушарах. Сюда можно заехать очень быстро и хорошо. Вот с утра. А вот выехать, вы сами посмотрите, здесь все стоит. Там тоже все стоит. Жесть. Единственное, только остается пьяная дорога. Так что сейчас воспользуемся проводничком в Пулково. По пьяной дороге поедем в Пулково снова за заказом. Поставил проводничок в Пулково, и мне прилетел этот заказик. 23 минутки понадобилось. И мы с Шушар добрались по пьяной дороге в Пулково за 706 рубликов. И уже подъезжая к Пулково, прилетает заказ. Я даже забыл куда, но я его скинул. А второй вот до Антона Овсиенко я взял. Все, едем, он по зеленке. 35 минут ушло на этот заказ. Я на Антона Овсиенко за 625 рубликов. Да, это не серьезно, но ничего не поделаешь. Зеленка есть, зеленка, это не без этого. И сейчас немножко перекурю и проставимся, попробуем проставиться проводником, потому что еще надо по делам заскочить. Вот. Главное, чтобы проводник не в Пулково куда-нибудь в сторону Купчино увел. Ладненько. 3 минутки понадобилось на этот заказ. Я все надеялся, что приеду в Купчино. Нет, он мне на Почтамскую закинул. 517 рубликов. Но дальше по проводнику поедем. Надеюсь, что-нибудь в Купчино подкинет. Нужно по делам туда сгонять. Прилетел все-таки в Купчино мне заказик. 29 минут понадобилось на этот заказ. И по деньгам 470, но перевели 530 рубликов на чай. И все, я сейчас еду на базу, вот, решаю кое-какие дела. И потом встану на линию, продолжим. По проводничку в Пулково приехал. Вот 32 минуты понадобилось по деньгам. 591 рублик. Зеленка, зеленка. Дали 600 рублей. И здесь он мне ничего не предложил. И не только мне. Он в последнее время, люди сюда не летят. Если, ну, они летят, но очень мало рейсов. Поэтому вот такая проблема. Едем в город. Попробуем там немножко поработать. И ничего не поделаешь. Сегодня же вторник. А вторник и среда — это самые худшие дни. А в октябре, наверное, в конце октября — это самые худшие дни. Не доехал до Пулковской. Прилетел такой заказик с Пулковских высот. Там 70-е дома, 71, 73. Думаю, ну, возьму по зеленке. Все равно проблема с заказами. Сгонял оттуда, вот, привез. 44 минуты понадобилось. 741 рублик. Ну, сейчас, как обычно, проставлю проводничок в Пулково и что-нибудь либо в Пулково, либо хотя бы в Купчино туда вот оттащить. По проводничку в Пулково я выхватил заказ. В Пулково 38 минут понадобилось. 677 рубликов. Но он по зеленке. И ура, 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 ура. Прилетел заказ снизу с коэффициентом 1.11. Все, едем на заказ. 45 минут понадобилось на этот заказик. И по деньгам у нас 835. Но перевели 900. 965 рублей на чай. Это вообще просто бомба. Но, естественно, снова нужно пользоваться проводником, раз такая жара пошла. Это не без этого. Так что сейчас снова воспользуюсь проводничком и попробуем что-нибудь выловить. Не заставил себя долго ждать этот заказ. Буквально 2 минутки он прилетел. 43 минуты понадобилось на все про все. Коэффициент 1.19. 890 рубликов. Это бомба, это бомба. Но печально то, что уже сюда заезжая, он совсем ничего не предложил.
Последнее время Яндекс далеко не тот. Ну, просто пассажиров нету. Хотя, как бы, рейсы есть, они есть, но значительно убавились, да. Ладно, выйдем в город, продолжим. 21 минутка понадобилась на этот заказик, и коэффициент был 1.28, 362 рублика. Что имеем, то имеем. Вышел с линии, не знаю, неохота такое катать, попробую воспользоваться проводничком, не получится, тогда скину. Но закрывайся, Яндекс, закрывай заказ, не хочет, видите, немножко подтупливает. Вот, если не получится, тогда скину и что-нибудь тогда так катану, если в центр попаду, тогда поставлю этот проводник домой, потому что пора завязывать с работой. Проводник в Пулково пропал, я поставил проводник домой, понадобилось 35 минут, коэффициент маленький, 1.11, а по деньгам 581 рублик, 35 минут понадобилось. Ладно, едем дальше по проводничку, может что-нибудь подкинет, еще вот почти 6 километров ехать, может подкинуть, если что-то будет. Не дал он мне до дома заказика, пустым я доехал, ничего страшного. И пришло время подводить итоги. А итоги таковы. 6944, но мы закинем сюда еще чай. И в итоге 700, где-то так. Ну, там чуть-чуть больше, но округлим 700. 700 за 14 заказов. На линии. 11,5 часов. 11,5 часов. Это жесть, конечно. И семерка. Но это, конечно, не серьезно. По пробегу 300. Ровно 300 по пробегу. Вот. Можете сами убедиться. Было 350, ну, 32 350, 32 650, ровно 300 у таксиста. Так что вот такая вышла смена. Вот, кому понравилось, палец вверх, не забываем подписываться, пишем комментарии и до новых встреч. Пока-пока.